Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWire, с вами снова Джонни, и я являюсь тем самым лицом, чей голос вы слышали в видосах на этом канале. Я не так давно стряхнул, так сказать, пыль со своего старого Twitch канала, на который хочу вас пригласить, ссылка, конечно же, в описании. А видео, которое вы видите через несколько секунд, не что иное, как вот с одной из моих трансляций. Вы можете поинтересоваться, почему была пройдена Murder House. Все очень просто. В Discord канале мы создали с ребятами опрос, большинство проголосовало за Murder House, игра была клепнута за один раз. Поэтому не забывайте вступать в Discord канал, ваш голос может решить многое, а именно, какая игра будет пройдена следующей. Twitch канал, Discord канал, все в описании, приятного просмотра, большое вам спасибо за терпение и за понимание, вы вообще просто лучшие, а ваши комментарии согревают мое сердце. Огромное вам спасибо и приятного просмотра прохождения Murder House. А с вами был Джонни и Джолав. О, нормально. Mass Effect, какую из частей? Puppet Combo! Вторую? Нормально, достойно. Murder House. Хаюшки, Линоли, здорово. Может, ее чуть-чуть потише сделать? Ну, типа, чтобы было громко. Достаточно, чтобы было стрёмно. И... Я думаю, так нормально. Да, это какой-то хоррор. Сейчас я... I'm in danger. Данич, спасибо за хост, братак. Вторая самая лучшая, я согласен. S-эффект вообще офигенно. Все. Здорово, Данич. The Beast Inside. Я что-то не помню. Качество оставим в VHS, чтобы канонично, как игра задумывалась. Murder House, господа. У меня пульс уже 110, я уже наготове. Чертову мать его хоррора. Если я сдохну на стриме, это будет настоящий контент. Давайте начнем с пролога. Новая игра, да. Пенумбра и амнезия, да. Я хотел новую амнезию, но за нее мало народу проголосовало в Дискорде, так что... Murder House больше всего голосов собрала, поэтому мы катаем в нее. Okay, kid, you're next. Так, окей. Мышка не работает, только клава. Я не хочу умирать. Come on, kid, get your ass up there. Smile, kid. Say cheese. Cheese. Данич, ты за нее тоже голосовал, так что давай там, нет, не выебайся. Что это? Должно быть, я уснул. Или заснул. Отрубился. Мы будем за малого играть? Я... С геймпада она, что ли, управляется? Я понять не могу. Я типа... Я внутри этой будки, походу, нахожусь.
Типа, кручусь и не могу выйти. Не? Я пытаюсь. Да, 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 да. Дичь. С геймпадом можно, кстати, управлять. Мама! Магазин закрылся. А мы можем бегать? Можем приближать. Плакен спид! Мне нравятся эти низкополигональные модельки. А, ебать. Глянь на этого парнягу Джастина. Здесь закрыто. Окей, окей. Демонская музыка. Во, мы же не отсюда пришли. А, мне кажется, мы отсюда пришли. Ладно, стоит проверить. Не, здесь какой-то типа фудкорт. А, не-не-не, я вижу эту телефонную будку. Может, мы можем выйти на улицу? А, и отсюда не выйти. Look at this dude. Может, магаз какой-то можно найти? Господи, у меня просто разрывается башка от этой музыки. Высокие слишком высоко бьют. О, мы можем пролезть, наверное, под этой решеткой. Да? Ёбаный рот этого казино! Просто помойка. Ок. Мне сюда не пройти. Управление, знаешь? А, вот где была фотосессия с пасхальным кроликом. Сейчас здесь пусто. А, управление в духе как резик, помнишь, на этом? А, на PlayStation. Когда, типа, надо было сосок влево-вправо двигать, чтобы крутиться. Кресло пасхального кролика. Похоже, что он пошел домой на ночь. Здорово, Йокч, как сам. Нах, так крипово это делать. И так громко. Спасибо, Йок, нормально. Получше себя чувствую, спасибо большое. Еще одни ворота, но они закрыты. Может, ключ где-то есть? Потихоньку делаешь выпускную, это круто. Давай, мужик, да нагни это дерьмо. Мы в тебя верим. О, что-то блестит. Конечно, я возьму ключ. А мы можем выйти, наверное, отсюда?
Нет, это не отсюда ключ. Скорее всего, от ворот. О, йог, это нормально. Это мощно. Надо давить. Пока есть джуз в этом направлении, пока ты чувствуешь, что это тебе нравится и доставляет удовольствие, надо давить. Надо давить просто изо всех сил. Может, мы можем открыть эти ворота? ICQ просто трехзначный. Поехали. Крутяк, у тебя классно все распланировано, я прям горжусь. Ну, в этом суть. Ребята проголосовали за стрёмную игру, они выбрали вот эту из списка. Там Амнезия была в этом списке, новая. Dark Pictures, Visage, и чуваки, большинство проголосовали за эту игру, так что... Где-то должен быть выход на улицу. Или выхода отсюда. No shit. О, дверь с надписью «Выход». Блядь. Есть идея для создания хоррор-игры? Надеюсь, что-то свежее. Пропал ребенок Дэниел Грей, 8 лет. Пропал Рэнди Мартинес. Я не могу нарадоваться на лицо персонажа, просто насмотреться не могу. Слишком мощно. Заперто. Ок. Окей. Мне нравится, что звук шагов не совпадает с тем, как ноги топают по полу. Это... Нормально. О, открытый толкан. Окей. Туалет. Мне спрятаться? Это одна из тех игр, где надо прятаться. Блин. Заперто. Ну да, это похоже, просто в кабинке можно спрятаться. Окей. Заперто. Какой-то очень длинный коридор. Ёбаный рот! Ну нахуй! Сука! Я знал, что что-то подобное случится, мать его. Ебать, у него нахуй серп. Так, в каком прячемся? Вот в крайнем. Окей, я могу выглядывать. Пизда, он идет за мной! Я не могу успокоиться, просто... Блядь. Он ушел? Блять, он идет обратно, я, наверное, нашумел.
Все. Походу съебался. Нету же его, да? Я подозреваю, что эта дверь закрыта. Бля, мы пошли за ним. Венинговый аппарат. Окей. Дверь закрыта, есть кейпад. Попробовать? Мы не знаем пароль, поэтому я попробую 4, 2, 5, 3, 1. Понял. Я не знаю, сколько там цифр, так что гадать можно вообще очень долго. Как мне нравятся эти звуки. Взять фонарик. Don't mind if I do. Путь заблокирован сломанным шкафом. Заржавевший бойлер. Заржавевший шкаф. Я не могу его открыть. Трансформатор. Дверь в полу выглядит глубокой. С этой стороны что-нибудь. Какое-то оборудование. Шкаф полный всяким мусором. Наполненным мусором. ТВ? Я не могу ничего с ним сделать. Ну, это звучит как прогресс, так что двигаемся дальше. Ну, хотя бы звуки И мне от этого спокойнее стало. Просто шкафчики. Мне нужно какой-то определенный найти. Они вроде не отличаются друг от друга. О, какой-то коридор. Душевая. Пуст. Мне в них прятаться, может, надо? Обычный душ. О! Я так и знал, что здесь что-то будет. Что-то в смыве. Я не могу достать. Сука тупая. Так, ну мне нужна какая-нибудь типа проволочка. Слышал Sonic X? Да. О, я открыл дверь. Я знал, что ты будешь этим пользоваться. Специально для тебя добавил, что ты Мацареева заказывал. Эта дверь, видимо, была закрыта с обратной стороны, и у меня получилось ее открыть. Мне кажется, она ведет в тот коридор. Да, я по кругу прошел. Да. Так, а мне надо... Окей, я взял фонарик в руки. А как им пользоваться? А, во. Мне кажется, здесь как-то можно повзаимодействовать. Нельзя заказывать игры за 5 кабалов. Мы что-нибудь придумаем по заказу игр. Ребята все равно слили поинты на этот, на компанейский челлендж. Мы типа 10 тысяч собрали, и нормально. Я думаю, что-нибудь такое устроим еще раз. А потом через голосовалку какую-нибудь игру выберем. А ты хочешь предложить что-нибудь? Дим, здорово. Ты как раз вовремя пришел на весь этот пердеж. В смысле? У меня, по-моему, стоял Murder House. Да? Я сделал спинку ровнее. Спасибо. Подожди. Б.
Бля, оно реально скинулось на RimWorld. Ты чё гонишь? Я умру сейчас от этого ультразвука. У меня вроде поменялось. Попробуй обнови. Спинку ровно. Так, у меня есть фонарик. Ну, типа... Нахуя, а главное, зачем? Хочу заказать то, от чего вы, мой дорогой друг, будете страдать XD. Что это? Что именно? За эту игру проголосовало большинство. Так что я купил ее за осознанные, блядь, 300 или 350, сколько она там стоила. Я не могу достать из смыва это дерьмо, потому что у меня нет какого-нибудь крючка, чтобы доставать дерьмо из смыва. Как вам предложение такое? Я думал Visage. Я думал, будет этот Dark Pictures, потому что, ну, она выглядела круто на самом деле. Я все еще не знаю пароля отсюда. Так, а чё? Может, Венингово... Это 2D-игра, где есть самолет, НЛО, кубики и так далее. Окей, окей, окей. Ближе к делу. Ты говори в названии. Визаж даже на стриме смотреть стрёмно. Это звучит интригующе. Так, давай еще раз эту комнату посмотрим. Геометри Даш. Геометри Даш? Вообще, блин, звучит очень потно. Звучит прям потнейше. И звучит грустно на самом деле еще. В коробках, может. Вот на кой хер мне дали фонарик? По этой штуке я не могу залезть. Выглядит достаточно глубоко, но залезть я туда не могу. Взять отвертку. Я не видел этот закуток. Я 3 круга наебнул здесь и не видел этот закуток. Какое счастье, когда эти звуки прекращаются. Разве мы живем не ради того, чтобы эти мерзкие звуки прекратились? Так, и теперь в душевой я могу, наверное, открутить смыв, слив. Оу, щит, it's a key! Так, а где была закрытая дверь, которой нужен был ключ? А, может быть, это какой-то маленький ключ? А, на нем написано 1024. Мы сейчас попробуем 1024 на кейпаде ввести. Может быть, это код от вот этой двери. А, здесь нет нуля. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. Точно. Да, конечно, йог, закидывай. Я думал, что мы давно уже в друзьях друг друга. Я подумал, что это от этого шкафчика. Нет. Я подозреваю, что это от комнаты, где этот, где в душевой куча шкафчиков. И это от одного из них, а именно от 1024. Можно было не делать этот огромный круг. Йок, я добавлю тебя. Я вижу оповещалку. А, да я, в принципе, сейчас тебя могу добавить. Сек. Принять. Все, мы официально с тобой друзья в Стиме. Так, вот это душевая. И здесь надо попробовать найти 1024. Of course, они не подписаны.
О, вон он, 10.24. Гребаный рандом. Он пуст. А, на нем написано 5.5.3.4. Сик. 5.5.3.4, да? Да. 5.5.3.4. Прогресс. О, это как это, типа учительская. Старая микроволновка. Холод... Там, блядь, кто-то стоит с метлой. Давайте сперва почекаем. Проверь Steam. Give me a sec, браза. Steam. Один инвайт висит. И я этого человека не хочу добавлять, это какой-то стрёмный тип. Мне прям неспокойно. Я просто покажу его учетку. И вы сразу сделаете выводы, почему я не хочу добавлять его. И просто вот эти вот комментарии сделали все. Подарки посмотри, а как это делать? У меня здесь типа висит две оповещалки, но... Может из-за того, что я офлайн, типа... Ща. Залогинится. Гимми сек, бруда. А, может в инвентарь? Какой-то глюк Стима. А, вот, подарки. О, ёк, ну не надо было, ну, ты, ну зачем деньги тратишь, браток? Спасибо большое. Не надо было тратить деньги, ты мог просто предложить, и я бы ее сам закупил. Не проходи экстрим, демоны. Окей. Спасибо, брат. Спасибо, очень приятно. Мы ее чекнем на стриме как-нибудь обязательно. Спасибо, реально очень приятно. У меня аж пульс подскочил. Спасибо. О. Так, сейчас. Оп. Найс. Так, ну что, давайте поговорим с уборщицей. Или кто это? Воу, calm down. Воу, calm down. 100 рублей стоит, но это все равно бабки. Смотри на его прекрасное, симпатичное лицо. Так бы расцеловал эту милашку. I fell asleep and I got locked in. But that doesn't matter. The Easter Bunny has gone crazy. I'm not making it up. He's been chasing me. We have to call... Мне кажется, уборщик окажется убийцей в конце. Hold on. There's a phone in here. Let me go check it out. Ты пытался, Дим. Такое у него, блядь, лицо смешное, да? И, по-моему, это Джек Септикай. Да? Что-то похожее есть. Йок, я сейчас стримлю, чуть попозже. Может быть, после стримача. I'll take care of him. You'll be safe here. I'll lock the door. Окей, он сейчас уйдет, запрет дверь. Переоденется в убийцу и убьет меня. А, после стрим. Да-да, окей, конечно. О, посмотрите за кошка. Ну, пока никакого экшена вроде нету. Может быть, в мусорном ведре что-то? Дверь открылась. Я слышал. А, он свет выключил. Сука, мы умрем. Спрятаться под столом, да. Что, блять, мне это все? Я хотел просто поразвлечься.
А, блядь! Сука! Мать его! Ой, блядь! Ой, блядь! Я думал, что у меня дверь позади открылась. Это не вся игра, это только пролог, я так понял. Я говорил, это Джексептикай! Они из него сделали уборщика, я же говорю, лицо похоже. Сук, я так и знал. Сердечко. Я должен это посмотреть. Это современная игра, да ей типа месяц. О, неподдельная реакция, самая настоящая. О, современное, настоящее время. 1988. Смысл? Ну и, блядь, ваши проблемы, что камера моя не видите. Там ссылка выше висит, блядь. Взяли, посмотрели, вы чё? Нет, это новая игра, современная на ПК. 1988. А мне нравится разбивать по две цифры, потому что у меня, блядь, IQ двузначный. Ew, this place? I can't believe I went from the news desk to this. You're lucky you have this after the incident with the poop. Это крэк-версия Скуби-Ду и компании. Посмотри начало слева. Какой он просто красавчик. Alright, let's get started. We don't have all day. Какие модельки охуенные. Я просто кайфую. Давай, Йок, заходи, если что. Спасибо еще раз за игру. Who gave him 50 bucks to let us shoot this story? There's his car. Where the hell is he? Where the hell is he? What's your name again? Emma. Emma. Emma, Emma. Yeah, Emma. Make yourself useful and find us a way in. А, мы будем играть за Эмму. А, окей. Они рассказали о том, что я не могу, типа, бегать долго. У меня выносливость заканчивается через некоторое время. Астматичка просто. Велма. Так, нужно найти другой вариант входа. Попробуем зайти с заднего входа. Бля, у нее выносливости столько же, сколько у меня. О, там блестит ключ. God damn. Ебай, она такая вообще, типа, да, такая. Такая чистая, чисто чонка такая. Здесь закрыто. Это могила? А, не, это дерево. Я подозреваю, что там тупик, но проверить стоит. Бе. А, я могу бегать сквозь деревья? Я вообще не знаю, что я делаю.
Такая мастерская работа с камерой. Ну, короче, пройти внутрь мы не можем, потому что там закрыто. О, здесь есть люк. Прогресс, сученька. Не могу поверить, что я влезла в чужой дом. А здесь достаточно крипово. Серьезно? Крипово, да? Шкафчик закрыт, но внутри может быть что-то важное. Ну да, оно же светится. Если оно светится, значит там что-то важное. Ну типа, первый день живем. Я думаю, мне не стоит так часто пользоваться. Мне кажется, там внутри может тоже что-то важное оказаться. О, лестница. Ладно, мы пройдемся еще по подвалу сперва. Мне кажется, что-то может быть в подвале. Так, подожди, вот этот шкаф. Пустой шкаф. Отличное место, чтобы спрятаться. Что-то скрипнуло! Фонарика у меня, конечно же, нет. Камень я не дам. А, вот здесь открытый шкафчик. А, он пустой, но в нем можно спрятаться. Ок, я понял, на этом этаже ловить нехера. Попробуем подняться на... А, чё это? Кто здесь злодей будет? Бля, я даже не знаю, посмотрим. Я хотел ведро, это, типа, уборщика потрогать. Ну ладно. Не хватает предохранителя. Ок. Просто раковина. Старый фанат. Да, конечно, давай проверим ящики. О, что это? Куча мусора. Предохранитель я не дам. О, пенсил! God damn. У нас есть пенсил. Стремный холодильник. Я ни за что его не буду открывать. Старая кружка. О, еще шкафчики. Блин, симулятор открывания шкафчиков начался, что ли? Просто мусор. Все, я только эти три могу открыть здесь. Пустые шкафчики, ничего интересного. Ну, давайте начнем с этой двери, которую я не могу открыть, потому что нет дверной ручки. Нужно установить предохранитель. Шкафчик я дам. Предохранитель я не дам. О, мы можем ходить по коробкам. Физика коробок. Shit, man. Oh, shit, man. О, здесь что-то в углу. Дыра в полу. Что-то блестит. Не могу достать. Может, карандаш? Нет. Я поковырялся в дырке карандашом. Типа, come on. Мы сделали круг. В эту комнату мы заходили. Там, по-моему, еще одна дверь была. Здесь лестница еще и на этаж выше. А, вот эта дверь. Она заперта. А что наверху? Окей. Я лучше впущу остальных перед тем, как пойду дальше. Открыла дверь. Good work. You got in. Ее ебасос в интерфейсе? Я, кстати, не посмотрел, да. No, the house is empty. The house is empty. That bastard. I should have given you the 50 bucks. Ew, it's musty. Ew, it's musty. Time to hustle. Grab all the equipment in the van and get it in there. We're gonna set up. Okay.
Где они нашли таких прекрасных людей? Так, нам нужно принести барахло из минивана. А можно сесть и уехать? Ну. Секс? God damn. А куда нести? Ладно, меня устраивает. Прослушал начало истории и не понял, на кой хер мы в заброшенный дом приехали. А, нету электричества. Черт возьми! Надо кому-нибудь сказать об этом. Вау, this is a cool house. Вау! This shit's good. Every second of this. Okay. What are you waiting around for? Turn on those lights and let's get rolling. The power's out. The power's out. Back on. I don't know how. Figure something out. А, красивые, молодцы. А почему мой голос режет звук игры? Потому что это какие-то технологии OBS, бля, хз. Давай посмотрим. Сильно режет? Я, кажется, нашел. А так? Так вроде не особо сильно, да? Let's roll with this. Я не знаю, какие-то бэс штуки. Отстань, я чё, блядь, шарю. А, игру не слышно, пока я в альтабе? Сука. Так звука нет, она такая, типа... Типа, сейчас вообще в игре звука нет никакого. Нам нужно найти фузи. Установить их в подвале. Мать вашу. Мы это все уже видели. Мокрый матрас. О! Мы все еще не можем открыть этот шкафчик. А, ну у меня нет фонарик. Я подозреваю, что в этой комнате что-то полезное может быть, но... Но пока... Пока без вариантов. Пока без вариантов. Ваши предположения, наверху или внизу? Мне кажется, наверху где-то предохранитель. А, мы же на третий этаж не ходили. Стопудово. Она же не пошла на третий этаж и сказала, типа, надо впустить остальных бичей, чтобы эта бичтуса... А, мы открыли какую-то дверь. Я бы заглянул на третий... Это, блядь, выход на улицу. Ну ладно. А, это дверь, где нет ручки, я понял. Во, вот здесь. Заперто.
Почему, когда открываешь дверь, звук как будто кто-то, типа, факсом пользуется? Заперто. Стол. Погнали. Сейчас там нога окажется. Хуяна его просто изнасиловала. Но не открыла, тем не менее. Шука. В открытом шкафу может что-нибудь? Ну. На кой хрен нам карандаш? А там, где нет дверной ручки, там нельзя карандаш вместо ручки использовать? Ну, типа, это звучит тупо, но и мы не в гениальную игру играем. М? Это не дверь. Здесь еще одна дверь. Просто шкаф. Что-то позади него, но я не могу сдвинуть его самостоятельно. ТВ, но нет электричества. О! Это выглядит как предохранитель. О, шит, мэн! Катем! О, что-то в углу. Взять карандаш, да? Может, карандаш это типа сейф? Нах мне два карандаша. Она говорит, мне нужно найти то, на чем я могу писать. Не-не-не-не-не. Мы туда не пойдем. Вместо этого мы пойдем в страшный, мать его, подвал, где темно. Еще ниже, да? По-моему, сюда. Так, и здесь мы предохранитель используем. Что-то в стиралке. И как мне ее отключить? Нет, здесь все еще нет света. Я думал, что может быть появится электричество и там появится свет, но это не так. Ну, чё, мы можем подняться еще раз наверх и посмотреть телевизор, да? Вот здесь нельзя использовать? Ну, иди, блядь, в очко. Я не могу карандашом дверь открыть. Ми-ми-ми. Hey, the power's back. Let's get started. Let's get started. All right, good. Everything set, Tom? Yep. Lighting's ready. The camera's rolling. Hey, Gary, I was thinking we could... I don't pay you to think, Dana. I pay you to read the goddamn script. I hate this job. Well, pull it together. Ready, everyone? All right. Action. Anthony Smith, more commonly known as the Easter Ripper. The mere mention of his name sends shivers up the spines of parents across the country. Ебать красавица. His horrible murder spree leaving lives shattered and families ripped apart. Tonight we'll go inside his vacant home, where 11 innocent children spent their final moments in agonizing pain and terror.
untouched since those horrible crimes 8 years ago. Some say his spirit still haunts the home till this day. I'm Dana Turner, and this is a News 9 special report, Silenced Tears, inside the home of serial killer Anthony Smith. Cut! Let's take a break. Gary, I think I want to redo the line where... This isn't 60 Minutes, Dana. It's Channel fucking 9. We're not here to win a Pulitzer. Fine. I'm going to find a place in this gross house to fix my makeup. Это плохая идея. Это вообще зря. Чё, попробуем наверх, глянем, что там по ТВ? По-моему, в этой комнате, да, телевизор стоял. Электричество же теперь есть, и мы можем использовать его. Бля, а зачем это все тогда, если там нет кабельного? Здесь заперто. Чё, туда наверх? Окей. Говорит, дверь выглядит полностью стальной. Без вариантов, без ключа не открыть. Так, нахера карандаши? Мне кажется, карандаши нужны для того, чтобы сохраняться в игре. О, это один из нас. Зачем? Did you see that? See what? I just had a weird premonition. Gary and Dana were dead. Huh? Never mind. I probably sound crazy, don't I? Yeah. А это все еще закрыто. Окей. Что было-то? Слабенький замок, но без ключа не пройти. Окей. Но у меня кроме карандаша ничего. This is a great opportunity. Put in a little extra effort, and you can really get ahead. Okay, I'll keep that in mind. Where the hell is Dana? I don't want to wait around all day! Ой, я эти шкафчики не проверял, вроде. Пока слишком спокойно, меня это напрягает. Окей. Проверим подвал. Она, наверное, в подвале, да? Ну, типа, а где еще? Остальные комнаты почти все закрыты. Я бы не стал.
wash this? Yes. Oh, I just remembered. I found this key lying around. See if you can find a real story in this house. And okay. Maybe we can get hired on a real network. Hey, what are you goofing around for? Set those lights up and let's get rolling. Это может быть ключ от этого, от подвала. Time to sex this up. Hey, you. Me? Yeah, you. Put this sheet on. Gary, what the fuck are you doing? No one's gonna want to watch this boring thing. And your dry reporting isn't helping. I'm reading the teleprompter. People want to see ghosts. Okay, intern. When Dana says he still haunts the home he grew up in, I want you to run through the background. Got it? All right, let's do this. After Dana says he still haunts the home he grew up in, I need to run through the door. Action! The rampage started in late March 1979, when Smith walked into a local mall and took a seasonal position as an Easter bunny. A job meant to spread joy and cheer put him in the perfect position to abduct young children until his capture and execution in 1985. Many of the bodies have not been recovered. As told by the sole survivor, Randy Martinez, Smith would release the children in his greenhouse and force them to go on a deadly Easter egg hunt while he stalked and murdered them. 2 years later, many say he still haunts the home he grew up in. What was that? Tom, did you get that? I apologize to the viewers at home, but I just felt an energy pass by behind me. Блядь, let's continue deeper into the house and see what secrets we uncover. What? This is ratings gold. Let's take a break and pick up in the bedroom. Great timing. I'm going to go use the restroom. Hey you, I'm getting hungry. Take the van and go pick us up some pizzas. Use the station. Okay. Блядь, дикий цирк. Типа, блядь, надень простыню, пробегись сзади, пока они там, типа, базарят. Вау. Quality content. Это что, фасмофобия какая? Ага. А, это выход на улицу. Так, а где этот маленький ключ может подойти? Я хочу его под лестницей попробовать. Вот эту дверь, да, хочу потестить. Я так и подумал, типа маленький ключ от маленькой комнаты. Вот для чего карандаши, это действительно для того, чтобы сохранять игру. У, фонарик. Мы теперь можем в подвале что-нибудь там разнюхать. Карандаш еще один лежит. И все. В этой комнате можно будет сохраняться. Понял? Ясно, понятно. Уловил. Так. Может, прочекаем сразу подвал? Типа, ебать их, ебать с их пиццей. Сами разберутся, говори. У нас есть возможность продвинуться. Прогресс, мать его. Либо меня сейчас там кокнут. Вау. Работает просто офигенно. О, чё это? Это ломик. Да. Спасибо.
Я не хочу идти туда. Слава сатане, оно закрыто. Оно закрыто. Найс. О, мы можем... Я не хочу идти за маленькими детьми. Это звучит как ловушка. Это страшнее, чем маньяки и эти пасхальные кролики-убийцы. О, мы, может, лома можем вскрыть холодильник. Че это? What is that? Дверная ручка. Я помню, там наверху была дверь. Так, почему все красным залило? Ночь типа наступает. Окей, 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 окей. Я пиццу так и не притащил. Они, наверное, умерли с голоду, да, из-за меня? О, что-то стоит. Fire Poker. Ууу, найс. Конечно, мы его возьмем. Камон. Двуручка! А можно посмотреть, какие статы у этой пухи? Shoot, man! Я думаю, стоит сохраниться. Я чувствую, что надо сохраниться. Не-не-не-не, одного раза достаточно вполне, спасибо. И у меня еще один карандашик остается. Надо сходить теперь за пиццей, наконец. Так, а подожди, у меня лом забрали? Да, у меня только фонарик есть. Прекрасно. Окей. Nowhere to no now. Looks like we'll be playing a game. You'll be hunting X, I'll be hunting you. Find them all and you can leave. Don't fight them and you can't. Сука, его можно было прочитать нормально. Некуда идти. Давай поиграем с тобой в игру. Ты будешь охотиться за пасхальными яйцами, я буду охотиться за тобой. Нахуй так громко, я умираю, бля. Тут типа продолжение должно быть, но письмо обрывается. У меня есть одно яичко. Так, на чем наш прогресс закончился? Не-не-не, я, пожалуй, да. О, там что-то блестит, подожди, подожди. Ладно, чекнем, но там что-то блестело. Ничего. Вот, что-то на столе блестит. Это Джерри, хозяин этого места, или real estate agent, риэлтор. Выглядит так, как будто кто-то ворвался, взломал замок в подвале, через окно в подвале залез, блядь, в дом.
Они украли чертов предохранитель, так что нет электричества, не беспокойся. Я знаю, где находится еще один предохранитель, я оставил его у главной двери. Я оставил входную дверь открытую. На всякий случай, если вы приедете, ребята. Это чувак, который за 50 баксов согласился поснимать. Окей. Ха! Двуручка, мать его. Просто раковина. Так, что мы можем сделать? Ключей у нас нет. С фонариком мы сделали все, что могли. Мы нашли ломик. И... открыли стиралку. Может быть, вот здесь мы можем взломать эту дверь? Типа... Не. Крепко заперто. Окей. Гоу на верхние этажи, и там прочекаем. Может быть, мы найдем этих придурков, тиммейтов. Там что-то опять блестело на столе, да? Сек. Или это та же самая записка, она ее типа не поднимает. Не? Да. А, ну та же самая записка. Это тупо. Че, попробуем наверх, че? Вау! Блядские дети! В этот раз уже не так страшно было, но все равно. Where are the pizzas? О, блядь, господи. There's something going on here. The van has been wrecked and the gate is locked. Where's Tom? I don't know. I can't find. Ugh, must be the goddamn real estate agent. I told you you'd get another 50 bucks when we were done. Come out, you. Damn it, Gary. It's getting dark and this place is scary and gross. Can we finish this? Fine. I don't know where the hell Tom is, so you're gonna have to hold the camera. Okay. What? I don't know how to work this. It's easy. Just hold it steady. That's about it. Okay. Okay. Action. This is Dana Turner on location. I've just been informed that we're stuck here. Someone has wrecked our van and we can't get our fucking pizza lunch promised by my producer. Is Anthony Smith, executed in the electric chair in 1985, back from the dead and back for revenge on anyone who enters his house? Find out soon if we don't get the fuck out of here. God damn it, Dana. Cut. I want my lunch. I can't work under these conditions. Fine. We'll take a break. Hey, intern girl. See if you can find where the hell Tom is. Окей, пойдемте искать Тома. Мы не можем взломать этим инструментом дверцу. Кто мне сможет помочь, типа? Заперто. Ключик я не дам. Тоже заперто. Окей. Так, где этот пес может быть? Тут заперто. Гоу, еще раз пробежимся, в подвал заглянем. Может быть, он в подвал ливнул. Здесь нет его.
Ну, типа, с другой стороны, нахрена ему подвал? Сломать я не могу. Том! Том, I didn't think I would find you. This is getting weird. Do you think the Easter Ripper is back? It looks like we're stuck here. All the doors are locked. Look, I found a key, but I can't figure out what it opens. Let me see. You take it. Maybe you can find the door. I'm going to go look for another way out. I'll catch you later. О, это похоже от двери на крышу там или... Наверх, короче. Да? Ну там типа этот, там замок был серого цвета и ключ тоже серый. Я подозреваю, что это как раз оттуда. Maybe not. Ну, я думаю, что оттуда. Help me! There's somebody else in here! Nope. No! Он тебе, блин, башку отрезал и руки! Я думаю, что я в безопасности. А как мне отсюда выбраться? Просто обычный сюжет. Он меня просто, блядь, как сосисочку порезал. Что это? Ножик для открытия писем. Окей. Сломанная плита. Сломанный холодильник. Что-то лежит на полочке. Мать твою, возьми это дерьмо! А, это тарелки. Со шкафом не могу повзаимодействовать. Тут вроде ничего нету. Походу все, эта комната нужна была для того, чтобы найти нож для вскрытия писем. Че, выходим? И сразу нахуй мне башку отрезает. Просто как свинью, блядь. Грязная, блядь, режет меня. Сука, у меня двуручка, я тебе пизды дам. Он идет. Он стоит, блядь, и дышит за углом, я тебе клянусь, он меня ёбнет сейчас. Застрял, блядь. О, черт. Давай, сука, подходи, у меня двуручник. На, писька в смысле.
башка! Я, по-моему, в подвале могу спрятаться. Мне кажется, в подвале есть вариант спрятаться. Там, по-моему, можно в шкафу где-то спрятаться. Бля. Выходим и сразу валим. И сейвимся. Run, bitch! Что у меня есть? Он дверь открыл, мать его, он идет за мной. Я ножом для писем, наверное, могу выкопать то, что там в углу находится. Я боюсь, что он еще в этой комнате находится, он меня просто сейчас замочит. А что еще? Я недостаточно долго, наверное, ждал в подвале, и он жаждет мой ass. А я могу на улицу ливнуть? Окей. Может, в этой комнате что-то? Вот этот. Блин. Предыдущий. Не, он все еще заперт. Что еще? Что мне еще остается? Где-то нужно найти письмо, которое можно открыть. Нет, сломать я шкаф не могу. Этот шкафчик я проверял. Он в какую-то комнату зашел, у меня есть шанс. А что еще здесь можно сделать? Не-не-не, шкафчики бесполезны, я их чекнул, там же только нож был. Он пришел сюда, да? Он идет, он идет!
Он идет! Он ушел. Нет, нет, он все еще здесь. Он идет. Шука меня прикончит нахрен. Он чует. Не, он вроде ушел. Чё мне сделать надо? Нахера мне яйцо? Я нашел здесь карандаш еще один, но из-за того, что этот чел ходит по комнатам ближайшим, я не могу от него спрятаться. Сохранение, вот это надо сделать сейчас. А как сохраняться? Ну, в смысле, как отхилиться? Мне кажется, я вообще в одной тычке от смерти. Го подвал чекать. Типа, а чё ещё? Да? Мне кажется, подвал надо чекать. Вот эту комнату еще разок можно зацепить. Сейчас я к телегу. Окей. Просто пианино. Попробуем подвал прочекать еще раз. Я надеюсь, он сейчас не там. Так. Я забыл. Это же спуск в подвал, да? Нет, это выход в комнату. Или да? Да, подожди. Вот это ж подвал спуск, не? Я уже забыл планировку этого дома. Да. Окей. Заперто. Что-то открылось. Это дверь? Нет. А. Я понял. В этих шкафчиках тоже можно прятаться. О, я, может, могу открыть этот? Да! Ну, это не интуитивно было. Магнит? Это, наверное, вот эта хрень, которая там в полу валялась в углу. Там, наверное, ключ. Я могу его вытянуть магнитом. Сейчас, да, мне кажется, это верняк. Смотри.
Yes, sir. А это ключ от оставшейся двери наверху, которая, типа, подписана была, что она закрыта на ключ. Вот от этой. Yes, sir! О, что-то... Мать... Dana is dead! О, я думал, что это этот розовый чувак. Кролик. Help me find an exit! Кишоки наружу высыпались, просто смотри. Он ушел? Ну что-то на диване лежит, господи. Что-то здесь. Black light? Да, черная лампочка. Окей, а нахера? А главное, зачем? У меня какой-то этот... кистевой синдром начался от неудобства использования геймпада. Сейчас я попробую как-нибудь плейсмент изменить. Ну, это была пустая трата времени, так скажу. А, большой кролик следит за нами. А, я, кстати, я знаю, куда лампу использовать. Ладно, кому интересно, я задержусь на секунду. Можете поставить на паузу, прочитать. Меня вот не интересует. И у меня водичка закончилась, придется пить чай. Залутать мужика не могу. Так, а комната на самом верху? Другой вопрос, нахера? А, она ультрафиолетовая. Shit, man. Oh, shit, man. Окей. Поехали. Это абсолютно не опасно. О, секс-игрушки. Сейчас просто сзади подкрадывается, пока я тут шкаф этот ковыряю, и рвет мне очко. Это двери? Похоже, что это двери, но... какие-то типа фейковые. Чекнем вот эту. Ой, я ее отпер. Мне кажется, она приведет куда-нибудь обратно в дом. Да, я так и знал. Я не знал, что в подвал. Я предполагал, что в подвал. Значит, нам пока не туда. Это типа... а для чего? Что у нас есть? А, у нас остался нож, и у нас осталось яйцо. Шкафчик пуст. Правильно, я его залутал только что. Я думаю, можно сгонять засейвиться еще разок. А что мы еще можем сделать-то? О, камера. Она сломанная.
взять кассету. Мы можем к телевизору метнуться. Там телевизор с видоком был. Точно. Это что за хрень? Я забыл, куда идти. Сюда, по-моему. Зачем они намешали еще сюда пауков? Только этой херни мне не хватало. Пауков не люблю. А, я помню эту комнату. Камеру-то я не там нашел. У него заначка в пианино. Кроль-паук, кроль-паук. Без него мы как без рук. Засейвиться надо, 100%. Последний сейв. Я хочу умирать. Боже, я не хочу умирать. Так, комната с пианино. Она, по-моему, вот здесь слева. Не? Я слышу, как он дышит. Это комната с пианино. Бе. Смотри, я не знаю, какую мелодию играть. Там на кассете, наверное, была мелодия, да? Я скажу еще интереснее тему, я не могу выйти. А, не, я могу. Реально? Я не услышал там музыку. Я не обратил внимания. Чего? Я не хочу еще раз смотреть кассету. Какую мелодию сыграть-то надо? На, сука. Ему вообще пех. Он просто заигнорил. А чё сыграть надо?
типа, надо сыграть. Так сложно, э? Может, здесь где-нибудь что-то было? Охренеть. Просто найс. Замечательно, прекрасно, офигенно. Гарри is dead. Серьезно? Да, я возьму яичишко, спасибо. Это не помогло. О, смотри, физика. Качельки. Уи. Нах, они рэгдолл добавили на труп. На стене ничего не написано. Help. Может, здесь где-то ноты, типа, на полу. У меня теперь два яйца есть. Подвешенные и смерть. Сука! Меня ждал в этой комнате. Может, мы можем выйти типа на задний двор и в этот теперь проникнуть? В сад или как там эта хер называется? Нет, дверь закрыта. Меня преследует этот тип, типа. Мы можем подняться наверх и перехитрить этого прибыль. О, я какую-то дверь новую нашел. Я знал, что здесь есть дверь. О, скелет. О, на, сука. Двуручка. Надо в лифт. Надо в лифт. Я не могу использовать лифт. Я думал сейчас хитрейшую просто стратку на свете использую. Я типа забегу и поднимусь на лифте наверх. Что мы можем сделать? У нас все еще остался нож для резки писем. Я не знаю для чего. А главное, нахера. И у нас еще есть два яичка. И это все. Карандашей для сейвов не осталось. Надо прочекать еще раз эту комнату с мертвыми детьми. Может быть, там все-таки что-то есть.
музыка затихла. И походу он ушел. Я надеюсь, он не в эту комнату пошел. Но он мог пойти сюда опять. Посмотрим еще раз. Я, может быть, что-то скипнул здесь. О, записка! Окей. Красиво. Типа, говорит, он принес нам целую корзинку с пасхальными яйцами, и я посмотрел, как девка в клетке откусила, и яйцо было наполнено, типа, лезвиями бритвенными. Было до хера крови. И он начал смеяться. Умерли от голода. Все? Нет, больше ничего нет. Может, еще какие-то комнаты тут есть? Типа, вот это же комнаты. Блять, это тоже комнаты. А почему в первый раз-то они неактивные были? Я же в них утыкался вроде. Здесь просто миллион трупов. Рэнни сказал мне запомнить песню. Я не знаю, что он имел в виду, но я записал. 888. Надо в чат записать. 888 3553. 12 12 10 10 8. Да, 3 восьмерки. 3 5 5 3 12 12 10. Похоже на правду. Может быть, здесь будет карандашик? Yes, я чувствовал! Я рассчитывал на него. Неправильно? Ты что, доебався? Давай еще раз посмотрим, что там было. Бесишь. 8-8-8-3. Или это 1-2-1. Не, 1-0-1-0 не может быть. Пошел. Сука. Нахуй затроллил. Опять. Так, вот здесь комната. Во, она тоже открылась в этот раз. Еба. Это же дети. Блять. У нас есть веревка, мы можем слинять из окна. Туалет. Вроде больше ничего не надо. Так, окей, 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 окей. Там дверь открылась только что. Он здесь, да? Он в подвале, да? То есть Сид меня ждет, да? Пианино. Как это сыграть? 8-8-8-3-5. Хеллоу, блядь. Ну, допустим, да.
Он придет в тот момент, когда я играть буду. И порвет мне жопу. Поэтому надо пойти сохраниться. Окей. В смысле, я стою перед записной книжкой, что бесишь? Погнали. Они также считаются, типа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да. Бля, мне что, на мониторе еще фломастером писать? 3, 5, 6, 8... First try, baby. Oh shit, man. Бля, я поражен. Как у меня получилось с первого раза? Я что? Am I retarded? И нах мне столько яиц. Так, веревка. Веревка. Куда веревку? Слышь, в повороте это футболист. Там в подвале, может, я могу закинуть ее, типа, в подвальное окно? Ну, ты понял, типа, через которое мы сюда залазили в первую очередь. Ну, типа, у меня больше нет идей. Одиссеолог. Если бы я знал, что это означает. Не, я только могу здесь с этой взаимодействовать. Где еще веревка могла бы пригодиться? Веревка и нож для писем на какой-то хер. Один раз нож помог открыть шкафчик, но это был типа специальный шкаф. Человек, который изучает Одиссеи? Assassin's Creed Одиссея? Это мы видели записку. Так. Ну. Допустим, начнем с самой верхней комнаты. А там, по-моему... Подожди. Комната, в которой шкаф можно было подвинуть. Может быть, там можно использовать веревку? Ну, вот, да. Да! Использовать рычаг. Ну, я вообще думал по-другому как-нибудь, но... Похоже, что это сработало. Рычаг я дам. Веревку я дам. О! Сука! Не чекай! В смысле? Стоял там, ждал.
громко. Мне немного крипово уже становится. От, больше от звука, чем от самой игры, на самом деле. Вот это вот... Вот эта вот хуйня, блядь, на скрипочке, я просто умираю от нее. Вроде стихает, да, музыка? Я подожду, пока дверь какая-нибудь не щелкнет. Окей. Дверь я не слышал. Музыка прекратилась, а значит... Время действует. Так, по-моему, я из этой комнаты теперь могу туда зайти. Я же убегал оттуда. Я не туда пришел, но плевать. В толчке? Что-то в толчке, я уверен. О, еще карандашик. Эй, goddamn. Я вообще думал, я могу залутать туалетку. Карандашик это уже big, это уже huge. Нет. Чё, вот это? Что так чувствительно? О! Это же хил! Там что-то лежит. The real estate agent. He has something stuffed into his mouth. The egg. Justice. Так, а что мы нашли? И все? А вот этот шкаф? Во, я его не чекал. Или я его прочекал? Не. Я левый посмотрел. Здесь все равно ничего нет. Окей. Мы собрали 4 яйца. Сколько надо? Засеиваемся. Неспроста карандашик дали. Бля, а что мы теперь-то можем сделать? Сейчас у меня вообще активок-то никаких не осталось. Яйца куда-то можно составить. У меня такое предчувствие, что их куда-то надо... Да. Это не звук дрочения, это я шлепаю по джойстику. Не думал. Но у меня нет же никаких предметов, кроме яиц, да? У
меня для чего-то остался еще нож для бумаги. И 4 яйца. Пойду водички налью. Если есть идеи, отпишите в чате. Мне бы это очень помогло, потому что я пока хз. Господи, как громко все-таки. Я вот сейчас осознал, я снял наушники и почувствовал, как левым ухом слышу херово. Куда я могу использовать нож для вскрытия писем? Я думаю, что это сейчас ключевой предмет. Сука! Может, он получает дамаг, может, его можно убить. Я сперва тоже думал, но, блин, большинство проголосовало за это. И мы катаем эту. Ждем, пока музыка не прекратится. Херь криповая. Музыка очень громкая, я просто глохну от нее, умираю. Так, ну вроде дверь щелкнула. Можем попробовать ливнуть наверх. Где можно применить нож для резки? Докатни, может быть, правда зайдет. Не, она неплохая. Не. Я могу использовать предметы, когда... Нет, не могу. Не могу. Я думал, может, я могу открывать теперь шкафчики все, которые залочены. Я так и катаюсь сейчас, да. Один дома в полной темноте. И... Да. Вот его корзинка. Я могу туда складывать яйца. Вот только, может быть, 4 недостаточно? Не, мне безумно страшно. Это сейчас пульс просел. 4 яйца... Что мне теперь делать? Может быть, теперь выход открылся? Нет, выход не открылся. У меня остался только нож для бумаги и все. Может, главный вход прочекать? Блин, я в подвал случайно пошел. Спасибо за хвост, Серег, спасибо. Давай чекнем подвал еще. Вот эту комнату. Она не столько страшная, сколько... Там открыта дверь, которая была закрыта до этого. Thank you.
А он серийный убийца. Он типа детей у себя в подвале держал, а мы как съемочная группа приехали записать репортаж о том, что произошло в этом доме, как жил этот маньяк. И там в одной из комнат, типа, скелет ребенка прикованный в форме, в позе, типа, для изнасилования. Это же сад. Здесь какой-то предмет блестел. Maybe. А, во, я вижу. Шотган? Is this bitch dead? А я могу, кстати, вскрыть? Нет. И чё, мне лезть обратно? О, здесь шкафчик, погодь. Не, не могу его заюзать. У меня есть 4 попытки. Подожди, откуда я вылез? А, вон он люк. Чё, пробуем пойти обратно и пытаться его застрелить? I can't go back now. But why? Это же чувак, которого я не знаю, кто это. Том? Том! Это Том! Все время был Том! That's right. It was quiet. Innocent Tom. Это все время был Том, мать его! All over him, Tom. Mama's boy, Tom! Well, I did. I killed them all. I killed them all. But why? But why? To avenge my brother. Anthony wasn't the Easter Ripper. I was. He turned himself in to save me. Это был Том. I thought I could control the urge to kill, but it's back. And now, I'm going to kill you! Патроны закончились. В смысле, он оттуда зашел? Как перезарядить? Выносливость закончилась. Oh, shit, man. Я кокнул, блядь. 4 выстрела из дробовика. А чего, кстати, получил? В смысле ГГ? Чё за клип? Это был Том. Это всегда был чертов Том. Каждый раз. Это был Том. Я знал. Насколько давно я сохранялся? Другой вопрос. Ладно, не так давно. У меня все яйца есть. Их нужно занести в корзинку. Пройти взять дробаш, который
не работает, блядь, против этого придурка. Четыре выстрела. Четыре выстрела, и он не сдох. Камон. Ну, хорош. Четыре выстрела. Я ачивку открыл. Там, мать его, Том! Так, мне в подвал теперь, да? Это тоже неплохая версия, Серега. Сука. Так, окей, стрелять в него бесполезно. Надо попробовать его как-нибудь забайтить. Смотри, его байтить не надо, он хочет мою пусси. Надо его просто отвезти, закайтить и... залезть обратно в люк. Ладно бы Алёша, но сука, Том. Как он посмел? О, мне понравилось, как это... Твич-бот забанил слово Алёша. Я дробаш не взял. Пиво Зек 74X. Спасибо, спасибо за фоллоу. Добро пожаловать на стрим. Right. Так, с Томом все понятно. Где мой дробаш? Игра на паузу не ставится, когда ты меню открываешь. Все, мы, короче, two-handed. Просто мили. Блять. Он не застанлочился последний раз. Просто обтерся мной, как куклой. Все, он умирает. Все, я понял. Я понял. Какого хрена? Маленькая инди-компашка, все понятно. Окей. We gon' win. Но пока кролик 2-0. А, сюда, по-моему. Я, короче, всаживаю 4 пули ему в брюхо. Потом переключаюсь на милишный... Вот эту штуку. И добиваю его в рукопашку. Да? Давай, Йок, послушаем, что там. Закидывай войс. Мне кажется, это баг, что у меня нож для резки бумаги остался. Он должен был исчезнуть, когда я шкафчик открыл. Как мне быстро на милишной переключиться? Тут настолько кривое управление. Чё, Лесик, ты
ты что там тусишь? О, черт, кто что сделал? А, попить водички. Спасибо за напоминание. Я пью. Я пью чаек, я пью водичку, я слежу за этим. Спасибо. Спасибо. Пенкс. Типа, как я могу быстро переключиться? А, ну вообще... Да, она достаточно быстро переключается между пухами. Окей. Это был Том! Ровнее спин... Том? Ты сука такая... Том? Мне так хрустнуло. Мне еще один заряд остался. Ну, вот срань вот эта. You dead bitch! Однажды Том решил своровать еду на кухне, но его спалил Гоголь. А Том, я тебя спалил. Допустим. Однажды Том решил своровать еду на кухне, но его спалил Гоголь. Ага, Том, я тебя спалил, Луль. Is this bitch dead? Я думаю, что он не умер. Блять, это что? Поехали. В смысле, а что я могу сделать-то? Его труп исчез. Я на себе. О, он все еще жив. You can't kill me. I'm the Easter Ripper. Ебать, блядь, ебать, сука, ебать, страшно, нахуй. Ну, Данич, ну поменьше такого. Ну, Данич. Ну... Чё за хуйня? Я в него 4 пули всадил. Дверь открылась. Это зомби! Это маленький зомби! If you can't do this, that kills you! Данич, я попил только что водички, спасибо. Анекдот про Гоголя нормальный. А, все! ГГ. Тейпмастер, be kind, rewind. Murder House? Что я могу сказать насчет этой игры? Для маленького проекта на самом деле неплохо.
вот эти всякие выскакивающие зайцы, система управления, вот эта всякая последовательность действий, клево. Есть маленькие недостатки, есть баги. Музыка безумно громкая, я оглох на левое ухо, я клянусь. Я снимаю наушники, я не слышу левое ухо. И это я сделал еще потише. Ну, камон. Но, в принципе, достаточно атмосферно. Спасибо, Puppet Combo, за игру. Вы, ребят, можете делать и не шоу.